Здравствуйте, друзья! Спешу поделиться хорошей новостью. Наконец-то доступна интеграция в Home Assistant шлюза Xiaomi 3-й версии, причем по локальной сети, без использования сторонних систем, таких как HomeKit. Автор этой разработки – Alex IT, известный многим другой своей замечательной разработкой для работы с гаджетами от Sonoff. Интеграция ставится через аддон Hux, про него я рассказывал в прошлых уроках. На момент этого видео актуальная версия 1.5.2. Переходим в меню интеграции, в меню справа вверху выбираем опцию кастомных репозиториев. В поле адреса вставляем AlexIT Xiaomi Gateway 3 и выбираем тип интеграции. Нажимаем «Добавить» и ждем, пока появится интеграция Xiaomi Gateway 3. Нажимаем на нее, открывается окно интеграции. Инсталируем эту интеграцию из Hux. Пока это начальная версия 0.1.0, но есть ожидание расширения функционала. Здесь у меня на учебном сервере скопилось много новых интеграций, тут я их редко чищу. Вот так стало удобнее. Вот новая интеграция, которая требует перезагрузки. Поэтому переходим в меню настроек и перезагружаем инстанс. После перезагрузки идем в меню настроек, пункт интеграции. Тут в меню добавления новых интеграций ищем по названию Xiaomi и выбираем Xiaomi Gateway 3. Для подключения шлюза нам нужен IP-адрес и токен. Не ключ разработчика, а именно токен. Проще всего его получить из приложения Mi Home сайта kapiba.ru, ссылка в описании. После этого появляется интеграция нового устройства с дочерними объектами. В моем случае к нему подключена только одна кнопка и сам шлюз. Кнопка имеет пока только один сенсор Action. На шлюзе есть один свитч перевод в режим сопряжения. Пример событий от кнопки. Сразу можно заметить, что ее статус не обнуляется, что немного усложняет работу автоматизации. Но, как я и сказал, это первая версия интеграции, что дает ощутимую надежду дождаться, когда в Home Assistant будет проброшен полный или близкий к полному функционал шлюза. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары из серии «Умного дома» вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч!